Да, да. Ну, вот таким вот он цепушками идет. Да, опасно. По архивным данным, еще обнаруженные в 2005 году, сведения о том, что на месте захоронения совдеповцев в горпарке должны быть захоронения защитников города, которые погибли в результате налета киселевско-серовских банд в декабре 1921 года. Архивные данные были обнаружены Вячеславом Константиновичем Афанасьевым, краеведом нашего города, в газете «Трудовая правда», в которой было изложено, что еще 11 человек захоронили в братской могиле, где ранее были похоронены совдеповцы, расстрелянные на Пешном. Значит, эта информация с 2005 года доводилась до сведения руководства, но работы никакие не производились. Только в августе этого года мы написали запрос на имя акима города Али Мухаммед Кутумуратулы с просьбой разрешить нам произвести поисковые работы останков этих людей с целью перезахоронения. Так как сейчас земля города, вернее, горпарк является землей города, и здесь планируется строительство, ну, по некоторым сведениям, строительство библиотеки, парка президента. И, естественно, такие вещи на костях делать не надо. Мы хотели это сделать по-человечески, чтобы перезахоронить, и здесь уже можно было производить определенные работы. То, что мы искали, мы практически уже обнаружили. Возможно, что кроме того, что сейчас обнаружено, может, найдется еще что-то, потому что, как вы понимаете, это же человеческие останки, и без сотрудников полиции мы это сделать не можем, они были приглашены на место. Но как, когда непосредственно работы будут завершены, мы пригласим религиозных деятелей и в официальной обстановке проведем перезахоронение на православном кладбище города Атырау.